Для музыканта Юрия Захарова создание сочинения для хора – это дебют. Композитор отдает предпочтение инструментальной музыке. Его произведения исполняются октетом «Волторн» артистов Национального академического большого театра Республики Беларусь. Поиск новых звуковых красок и возможностей, стремление освоить специфику вокальной звукописи навели композитора на идею создания сочинений для хора. Юрий Захаров. Обработка белорусской народной песни «Ходит папа по улице». Перевод текста Леонид Татаренко. Соло на волторне Константин Ганкевич. Браво!